нас в доме такая ситуация была. Я не мог поверить просто, да, вот на втором этаже, вот в потолке какое-то шебуршание, да, такое. Просто я так не хотел верить, что это что-то там, кто-то двигается как бы в крыше. Почему? Потому что в крышу невозможно попасть. Но по следам, по вот этим вот отметкам я понял, что это крыса. И я никак не мог поверить. Все, что я видел пребывание ее, следы ее, где-то она накакала, где-то она одеяло прогрызла. И я понимаю, что через какое-то время она вот просто гипсу прогрызет. О чем я хочу сказать? Это мысль. Там она шебуршит, как бы, ну, никому вроде не мешает. Что мы сделали? Я знал, где эта мысль, где эта крыса проходит. Почему? Потому что я видел, я знал, где она выходит, по ее следам. Мы просто положили там крысиный яд. Тебе нужно Слово Божье ложить. На пути там, где проходят нечестивые мысли. Ставь истину. Истина, она освобождает. Через какое-то время шебуршание пропало. Появилась вонь. Крыса сдохла. А потом вонь прошла. И все стало тихо. В Библии написано, чтобы мы наблюдали за собой, верили мы. Наблюдая, что в твоем сердце. Отсеивай, фильтруй. Имей мудрость Божью. Братья, наш разум должен быть пропитан законом Божьим. Тогда будут приходить хорошие мысли. Ну, будет основание. Неправильные мысли могут привести нас к неправильным отношениям. Но правильные мысли, они утвердят нас, они нас делают мудрее, сильнее. И что интересно, когда у нас будут правильные мысли, мы и другим сможем помочь. Пусть твои мысли, ну, приноси их к алтарю, к Богу. Пусть Он посмотрит вообще, правильно эти мысли, испытывай их. Взвешивай их, смотри по отношению к Писанию, испытывай свои мысли, когда они приходят. Приноси их к Богу. Там ложи свои мечты, все свои задумки. И пусть Бог их просто смотрит вообще. Нужно им развитие или их нужно просто, ну, как бы прогнать.